бинокль BH-BT25. Данный бренд у нас будет Кандар. На коробке написано Таска. Для того, чтобы не путаться, обозначу, это OEM-бинокль, который производит один китайский завод, который раскупают разные, так скажем, оптовые ритейлеры. Данный бинокль, допустим, у нас значится как Таска, а на корпусе почему-то значится надпись Кандар. Ну, в принципе, это нормально, мне кажется, для подобного рода продукции. Вставляется он в картонной коробке, имеет вполне стандартный комплект. Это чехол, ремешок, салфетка для ухода и макулатура. Бинокль у нас построен по классике на RF-призме. В отличие от другой технологии, так называемые опоры, они более крупные, но более дешевые. Везде есть свои плюсы, везде есть свои минусы. Бинокль в основном выполнен, его корпус из алюминия, стеклышки БК-7. Покрытие Soft Touch, очень приятно его удерживать. Кратность бинокля фиксированная, X20. Размер линзы 50, что вкупе нам даст очень хорошую контрастную картинку. Данное изделие недорогое и лучше всего подходит для туризма.